Здравствуй, YouTube. Я решил начать... Да, меня зовут Вайс. Я решил начать свою серию летсплеев на такую новую вышедшую игру The Forest. Или, как она сейчас написана у меня на экране, в как бы переведенной версии, лес. Надо признать, что лес — это вовсе не пафосно как-то звучит. Вроде простое название — лес. А The Forest вот как-то вот получше звучит, как-то более насыщенно, что ли, не знаю, как это описать. Ну, сведем все это на магию английского языка. Так вот, The Forest, не знаю даже, что добавить, давайте попробуем. Такс. Я толком не посмотрел, какое там управление у этой игры. И мне уже напрягает, что загрузка какая-то долгая. Да, вот такие дела. Great game installation instance. Да, еще у меня будет такая проблема во время прохождения. Да, я чертовски плохо знаю английский язык, и думаю, у меня постоянно будут с этим какие-то проблемы. Опа-на. Сделаю себе погромче. Ага, какой-то малой спит на нашем плече. У нас есть руки, ноги, это уже неплохо. Хочу посмотреть в окошко. Мы летим в самолете. Опа-на. Где-то. Держись, малой. Чё ты не пристегнулся, дебил? Так, я все-таки сделаю потише. Палки. Ну, да, то, что мы летим в самолете и самолет падает, это очевидно, потому что игра называется не самолет, а лес. То бишь, мы должны были оказаться в лесу и... И... Ёперный баба, идите же колотить. И что ты так с такой похотью смотришь на ребенка? Воу-воу-воу-воу, парниша. Я не знаю, что там задумал, но положи ребенка на место. Ой, я нажал пробел случайно. Я не знаю. Может быть, там была еще какая-то интересная сцена дальше, но... Насколько я понял, какой-то... ёбаный мудак, простите за выражение. Вон, какие-то ништяки. Мой телефон показывает мой пульс. Ну, блин. Столько всего происходит, я не успеваю это толком описывать. Какой-то грёбаный индеец для своих непонятных целей забрал, судя по всему, моего сына. Почему в самолете больше не было людей, объясните мне. О, топорик. Мы как четкий мужик берем топор, начинаем лупить все подряд, да? Что-то самолет очень неприятно скрипит. Пойду-ка я отсюда. Такс. У нас какой-то индикатор есть в левом. Это микросхемы какие-то. В правом нижнем углу я хотел сказать. Какой-то индикатор и что-то там какой-то зловещий. Заяц. Привет, заяц. На, Вася. А ну, куда? Ого. Я не знаю, что происходит, но я начал рубить дерево, да? Прикольно. Мне начинает казаться, что я играю в Майнкрафт. Хотя я не играл в Майнкрафт. Ну, короче, что-то это долго. Соберу-ка я палки. Так. Ну, я слышал, что эта игра находится в бета-альфа-тесте. Что-то такое. Я в этом особо не разбираюсь. Поэтому... Ой, ёпень, я что выкинул? Камень. Нет, мне сюда надо. Эта штуковина говорит мне нажать close. О, вот все, я забрал мобильный телефон. Камешки. Какой-то паук. Убью паука. Умри, паук! Я хочу тебя схавать. Нет, тебя нельзя схавать, да? Ладно. И что мне делать? Какие-то... А ну... Ой, птить колотить. Можно открывать чемоданы. Полезные ништяки. Ягоды похаваю. А, вот красный индикатор. Это, судя по всему,
показатель того, насколько сильно я хочу хавать, да? Палки, камни. Это все, чтобы строить жилище, я так понимаю. Еще чего-то. Откройся, Сим-Сим. Или Сим-Сим, откройся. Так вот. Насколько я понял, мы должны... Ну, блин, я не знаю, что мы должны. Я так немножко почитал описание этой игры, что это типа симулятор выживания. Мы оказались в лесу, где есть какие-то непонятные аборигены-педофилы, которые украли моего сына. Да, это сочетание, украли сына и индейцы-педофилы, меня крайне сильно смущает. Так, и чё? Нам будут какие-то подсказки появляться? Вот, по-моему, мне говорят нажать B. Нет, что-то они там... Please, B to open. B. Подсказки, что делать? Хочу разжечь костер. Ага. Чё мне для тебя надо? Не хватает листочков. Еще листочков. Еще ломать кустов. Да иди же голотить. Зачем нужны свежие листья, чтобы прожечь костер, объясните мне. Нужны палки. Я несу палки. Ага. Палки не котируются, да? Ну, уйди с моей дороги, жалкое дерево. Хочу разжечь костер. Что-то я какой-то голодный, или что показывает красный индикатор? Он показывает, что я хочу есть, или он показывает мои жизни? Где костер? Я его потерял. А, вот он. Блин, это еще. Опа-на! Я сделал это. Я создал костер, теперь я не замерзну. Так, что мне еще есть? Эй, что это у меня тут такое? Ага, хочу построить дом. Что мне для нее теперь надо? О, я прикольно, я хорошо разжился камнями и палками, но мне нужно еще что-то, что-то бревно. Это дерево мне не нравится. Давай. Ну уже. А потом споймаю зайца. Зайца споймаю! На, вот все. О! Етить колотить, я топором споймал зайца, я освежевал его. Хочу его приготовить. Как приготовить зайца? Ага, я могу только разжигать еще сильнее костер. Ладно, дорублю дерево. Ух. Ну, в целом так прикольненько. Яп-тап-тап-тап-тап. О. Идите. Бревно! Ой, да, все. Я взял бревно. Идите, Геркулес. Ну, хотя ладно, я тут такие бревна и в реальной жизни таскаю. Да, вы все правильно поняли, я выпендриваюсь. Если бы я строил дом в лесу в реальной жизни, я бы делал конструкцию поудобнее. Это как это дурацкое. Бревна, нагроможденные друг на друга, для того, чтобы сделать такой навесик. Есть конструкции куда более удобные. Плюс, почему в самолете я не нашел ничего похожего на веревки? С помощью проводов я бы сделал канаты, ну, веревки и сделал бы конструкцию куда более удобную. Но, видать, у разработчиков игры был огромный опыт выживания в лесу с индейцами-педофилами, поэтому им виднее. Плохой топор, хочу бензопилу. Да идите колотить, рубись. О, дело пошло. Значит, нужно оббегать дерево вокруг для пущей эффективности. Давай, вались. Падай. Вот так. Заебись бревно. Сейчас дострою дом. Нет, подождите, вот я построил дом. Построил, сделал костер. И чё мне теперь так тут жить, да? Ну, ладно. В принципе, ну, не знаю. Если бы я оказался в лесу,
Интересно, вот мне. Я бы начал делать лук для того, чтобы охотиться, для того, чтобы хавчик добывать, там, удочку себе делать. Честно, надо будет достроить дом и посмотреть в меню, реально ли такое соорудить. Потому что мы что, должны бегать с грёбаным топором? Конечно, да, это в стиле хоррор, бегать с одним только топором и мочить каких-нибудь зомби, но какой-нибудь дробовик бы найти. Хотя, чё, какой дробовик? Мы на необитаемом острове, нафиг. Нафиг. О, чё-то мне там говорят нажать И. Где оно? Хавать мясо, мясо хавать. С, да? Прикольно. Ну же. Ну, когда я смогу тебя съесть? А, надо подкинуть дров. Точнее, листьев. Почему мы разжигаем костер листьями? Так вот, я не достроил дом, да? Мне надо еще пару бревен. Где такое не особо большое дерево, чтобы его срубить? Нашел тебя. Давай, рубись нафиг. Мне нужно строить дом. Ну. Та игра с это само увлекалово. Давай, падай. Не, ну в принципе да. Если бы в этой игре не было трудностей из разряда ёбаное бревно, надо его рубить, и так далее и тому подобное, то мне было бы интересно играть. Но мне все равно, вот как бы вот такой простенький старт. Да, мы тут можем пока разжиться более-менее. Блин, где бревна остальные? Как они легко теряются? Варан! Но! Но! Мясо варана. Так вот. Что такое? Солнце яркое или это просто небо непрорисованное? Да, кстати, такое вот... Хорошо, что я не ушел далеко от самолета, потому что если будут искать спасатели, они же будут искать там, вычислять место расположения самолета. Ну, хотя... Блин, где остальные бревна? Хотя... Кого мы обманываем? Спасатели нас не найдут. Мы обречены быть спойманы и выебаны какими-то стаей грёбаных местных аборигенов, каннибалов, педофилов. Если бы нас вообще искали спасатели, то игры бы не было. Это мне нравится. Ага, сильный показатель говорит о моей усталости. Или о чем он там говорит? Наверное, он говорит, что надо пора похавать. Последнее бревно. И я могу поспать. Или сохраниться. Заебись. Могу сохраниться. Я сохранился, а теперь... Не, спать не хочу. Надо поесть, а то я умру с голоду ночью. Советы по выживанию. Так. Укрытие, убежище. Его я построил. Что у нас тут еще есть? Построить костер, да. Откуда вообще у меня книжка «Советы по выживанию»? Я что, знал, что разобьюсь в лесу? Так, шаг третий. Съедобное. Грибы. Так, есть ядовитые. Что я говорю? Грибы, ягоды. Ясно. Огонь, убежище, хранилище. Заебись, могу построить хранилище для веток. Круто, теперь мне можно всякое тут хранить. Ага. С, С. Все, жизнь стала проще. Дом, милый дом, пожалуй, еще раз сохранюсь. Буду сохраняться постоянно, потому что не хочу, чтобы игра закончилась тем, что мне какой-то местный житель засунет томагавк помеж глаз, конечно же. Ну, еще какая-то палка. Что-то резко переменилась музычка, и как-то это напрягающе. О, заяц. О, не, стоп, я там мяско готовил. Куда оно делось? Блин, кто спиздил мое мяско? Так. Как зайти и что-нибудь съесть? Что у меня есть вообще? Что это за цветы какие-то? Куча медикаментов. Сода. Попью минералочки. Микросхемы. Просто
бесценная вещь в лесу. Я не сомневался в себе, что первым делом начну искать... Что это такое? Еще и начну батончик. Варана. Шкура варана. А это что? Не знаю, что это. Варан. Приготовить варана. С. Да ёперные зайцы, что у вас тут так много? Давай, жарься, мой баран, жарься. Как тебе, когда тебя можно схавать? Грёбаный куст. Ебать! Тут одни? О! Ёлки, кто меня жарит? Кто-то меня уже жарит? Да вы, гребаные мудаки. А ну иди сюда. На, Вася, на. На, иди, страшила. Я одного завалил. А, беги, сыкло. Что, вернулся? На. На, Вася. А ты чё? На, фух. И чё, тогда будут такие нежданчики часто происходить? Фух. Да, это было внезапно. Чё ты на свою руку смотришь? Типа покоцанный весь? Варан! Это вы, суки, моего варана спиздили? Так, надо обыскать их тела. Может быть, я найду что-то полезное? Чё ты шевелишься, будто бы ещё живой? Да умри уже! А ты? Да ты тоже что-то шевелишься. Не, никакой вам пощады. Вы моего сына спиздили. Так, как обыскать вас? Я бы не отказался от модной набедренной повязки. Что-то я смотрю на свою кожу и выкупаю, что со мной что-то не так. Наверное, я голодный. Чё бы похавать? Может пойти поискать... Чё это за медикаменты? Может пойти поискать в самолете каких-нибудь батончиков с арахисом? Наверняка там что-то такое еще должно быть. О, бревна. О, еще бревна. Так, а где всякие ягоды, там мне говорили, есть? Что можно кушать, что нельзя кушать. Что за стрёмный звук? Я видел там какое-то движение. Ага. Как открыть этот чемодан? А, вот. Что за стрёмные звуки, ребят, иди нахуй. На, заяц. Да, вот почему надо было отойти от самолета подальше. Действительно стрёмно рядом с таким самолетом жить было бы. Он постоянно бы всю ночь скрипел. Так, где можно похавать? Почему нет никаких ягод? То я скоро с голоду тут помру. Да елки, заяц, заяц, умри. Чё можно поесть? Где еду взять? Ладно. Так. Не то мне надо. Да, надо. Пойду попробую зажарить этого зайца. Блин, кстати, хрен бы нашел свой дом. Хорошо, что есть хотя бы такая пометка. О! Я наступил на огонь. Ой, ё-ё. Кажется, я... Нет! Я чего умер с голоду? Я умер? Я очнулся. Зажечь свет, они мне говорят. Зажигалочка. Ребятки, мы с вами случайно не знакомы? Чё-то я тут нахожу всякие полезности. Это закрытый ноутбук.
Стрёмно-то как. Чемодан закрыт. Мне нужно найти мой топор. Как я здесь оказался? Я умер и... попал в пещеру? Рая нет? Или ада? Нет, я походу не умер. А типа потерял сознание, и грёбаные индейцы, которые будут за мной периодически приходить. Ух ты, веревка. Это типа, я мог повеситься, но вместо этого я решил забрать веревку себе. И... что-то мне не нравится, что у меня нет топора. Без топорика я не смогу обороняться от этих гаденышев. Блин, я иду в какую-то гребаную страшную темноту. Без оружия. А где все бедуины? А почему пол такой одинаковый? Ладненько, ребят. Давайте первый эпизод закончим на этом, пожалуй. В следующем эпизоде мы вместе с вами поймем, как выбраться из этой пещеры. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите посмотреть, что со мной случится дальше. До новых встреч!